Всем привет! Хочу представить вашему вниманию новый турецкий сериал под названием «Магарсус», премьера которого состоится 15 августа. Действие разворачивается вокруг семьи Курак. Они проживают в Сарык-Бахче. Главные герои пользуются большим уважением в обществе и владеют собственным бизнесом уже на протяжении нескольких десятков лет. Они промышляют тем, что продают цитрусовые фрукты, и это дело успешно процветает. Казалось бы, их жизнь складывается идеально, но на самом деле в кругу семьи очень часто возникают конфликты самого различного рода. Каждый член этой семьи обладает своим непростым характером, который постоянно пытается продемонстрировать. Они высказывают свою точку мнения, и родственники добиваются того, чтобы все остальные с ним считались. Большинство конфликтов возникает из-за того, что каждый родственник желает доминировать в своей семье. Однажды происходит то, к чему главные герои совсем были не готовы. Их семейный бизнес оказывается под серьезной угрозой разорения. Тогда родственники понимают, что сейчас им придется оставить личные конфликты на заднем плане и вместе решить глобальную проблему. Все начинается с того момента, как у них появляются сильные конкуренты. Это были люди, готовы пойти на все, чтобы заполучить главенственную позицию. В итоге начинают применяться совсем незаконные методы, и против них можно действовать только таким же образом. Семья Курак не может позволить, чтобы их семейный бизнес рухнул, и тогда они решают объединить свои силы, чтобы выстоять в этом жестоком противостоянии. Выдержать такую конкуренцию простым способом не удается, и тогда главные герои решают применить запрещенные меры. Иногда им придется быть жестокими, но это дело связано с бизнесом, который выстраивался годами. Когда велась эта борьба и родственники пытались всеми силами удержаться на плаву, они не смогли заметить самого главного. Как только они начали применять запрещенные схемы, то это стало отражаться не самым лучшим образом на каждого из них. Ссоры вновь вспыхнули, но еще и с большей силой. Близкие люди не только начинают утрачивать доверие, но стали уже хуже общаться и относиться друг к другу. Следите за анонсами ваших любимых турецких сериалов вместе с нами. Подпишитесь на наш канал и не забывайте ставить лайки.